Приветствую всех, с вами Марина Хайкова. Я продолжаю рассказывать о свитбуксе. Сегодня я хочу поговорить о стратегии. Оптимальным вариантом я считаю вход на статус «Карамель», который дает уже через неделю $40 в день. Итак, вход $200. За один раз можно купить 300 рефералов, которые стоят $147. И в день 300 рефералов приносят приблизительно где-то $16.5. И плюс вы сами еще кликаете. В сумме на статусе «Карамель» можно накликать рекламу на 4.40 ежедневно. В общем, за день у вас будет получаться где-то $20. За 3 дня это даст нам $60. И дальше вы арендуете еще 300 рефералов. То есть у нас они столько же стоят, $147. 60 у нас есть уже заработанными. И добавить надо $87. И через 3 дня у нас уже работает 600 рефералов. И доход в день у нас уже становится $40. Дальше вы можете просчитать, как это все будет развиваться. Но вот такой старт, он является очень хорошим, быстрым. И самое главное, да, то есть если вы получаете такой результат, вам легче показывать свой результат и приглашать людей на этот статус. В других роликах я расскажу о других статусах. Это такой коротенький ролик именно по этой стратегии. С вами была Марина Хайкова. Надеюсь, информация была полезной. Присоединяйтесь, и этот статус я рекомендую как такой очень хороший рабочий вход. До новых встреч!